овсяный кисель. Позабытый рецепт. Берем овес простой, замачиваем в воде на часок, затем блендерим его, процеживаем. Получается такое густое овсяное молоко. Потом это молоко берем, варим, минуты 3 помешивая, и оно превращается в такую густую массу. Никакого крахмала, ничего не добавляем. Потом можно добавить мед сюда. Мед, ягоды, бананы, изюм, груши, фрукты, хоть что, варенье. Ну и есть, как обычно, кисель. Вот такой кисель для диабетиков. Для всех подойдет. Хороший выход, так вот сахар не поднимает. Снятина.